Как я давно не начинал влог. Господи, всем привет. Это новый влог. И как начать? Не знаю даже. Я уже забыл, понимаете, сколько уже... Последний влог вышел месяц назад где-то, когда я был еще в Москве. Вот. А в Москве я был, блин, в июне, а уже конец августа. Сегодня знаете какое? Сейчас я вам скажу, какое сегодня. Сегодня 20 уже августа. Да школа осталась 2 недели. Охереть. Просто. Из обновлений. Можете уже сами догадаться, какие обновления. Да, не буду говорить. И книжная полка. Смотрите, какая она у меня гигантская. Я тут еще книжку достал просто. Я пока читаю Николас Паркс «Последнюю песню». Вот, 70 страниц. И попутно еще читаю вот это. Потому что что? Правильно, готовлюсь к ЕГЭ по истории. Тут у меня ответики разные и цари. Вот это надо, я не знаю, куда убрать. Вот из-за этой херни, представляете, мне не снились сны. Когда я ее убрал, все, мне начали сниться сны нормальные. Поэтому до свидания. Я хочу сны видеть, хоть это и будет и кошмар. Я еще иду сегодня сниматься в кино. И мои родители уехали на море до 2 сентября. Я буду жить до 2 сентября, как раз таки вот эти 2 недели. Вот. Поэтому, что мы делаем правильно, мы идем в их комнату. И забираем замечательную Яндекс-Алису. Вот и Алиска. Алиса, включи нам... Леди Гага, dance, dance, dance with my hands, hands, hands. Включаю Леди Гага, песня Блади Мэри. Правильно, Алиса. Все правильно говоришь. Так вот, еще я поеду в Сыктывкар на какую-то супер тусовку для РДДМщиков. Вот, со мной еще едет Данил, который возвращается завтра. Так что вот так вот. Love is just history. Алиса, заткнись, пожалуйста. Спасибо. В общем, все, я собрался. Мы поедем на велосипеде. Мне уже, по идее, надо выходить. Трындец, а я до сих пор тут. Поэтому давайте уже встретимся с вами на улице. В взрослом парке уже, наверное. Конечно, это такой этот бэкстейдж. Бэкстейдж со съемок? Конечно. Я с девчулем уже встретился в этом месте. Девчуля, это вы, да? Такие годы. Батуты, пошли на батуты. Тебя впустят? Конечно. Хорошо. Вот такой бэкстейджик. Давай, кто? А, давайте, да, пройдем. Что там на ужин у нас? Не отвлекай меня, я занята. Вот ты вот постоянно занята. Не чтобы мной заняться, обсуждать семейные дела. Какие семейные дела? У меня клиентка скоро, иди отсюда. Знаешь что, мне вот эти твои таро надоело. Слушай, я прекрасно понимаю, что у нас с тобой отношения, но сейчас ты занята, я работаю. Работаю, работаю, как ты... Надоело. Эй, что ты творишь? Она сломалась. Короче, мы сняли фильм, и немножко компания изменилась. Катя набивает татушку, а нам прибавился Максимилиан. А Соня от нас ушла. Она падла. Другая! Вот. Какой-то добрый. Да, дорогие друзья, буквально через 5 минут возле сцены парка культуры и отдыха для распространяем вас нашу РДДМ-овскую штуку. Рисование телом, в процессе которого мы создадим абстрактную картину своим телом при помощи красок. Я тебе отдаю этот сертификат, договорились? Лохушка какая. Юльчик тут. Она любит меня. Мы тоже любим только спасибо хорошо. Мы, короче, пошли на дискач. Вам весело? Дискач был вчера. Соня моя. Сегодня тоже. И давайте договоримся, кто... Не платишь под утро, под
Выдох и вдох. Кто в каком положении ставит? Видишь, у меня чехол под Quantorium. В общем, у нас анбоксинг двух ноутбуков для Quantorium стоимостью более 500 тысяч. Да, конечно. Ладно, это дешевка, потому что она русская. Вот. Так. Так аккуратно, без рвания, как будто бы ты не пробовал. Конечно. Опечатано. Так они открыты. Так, да. Вилсаком отдыхает. А тут зарядку... зарядку там. Ой. Так, ставим сам ноутбук. Вот такой вот хыс. Ну, походу. Вот такой вот депо у нас. Коробка. Достаем из пленочки. Уф, депошка. Instructions. Ну, самый обычный. Кринж, скажем. Вот такой вот ноутбук. Такая пленочка. Тут instructions еще одна. Все, мы пленочки достаем же, да? Да, все. Тут есть Touch ID. Так можно типа и в этот компьютер никто не зайдет, кроме вас. Вот там выставляет, там потом сам крышку откроют. Ну так вот несем. Типа рядом с принтерами, да? Да. Ух, ёб твою мать. Одной рукой сложно это делать. И вот сюда. Она знает, что надо 5, потому что там еще принтер стоит. Ну ладно. Так, давайте обзор на Quantorium. Это будет... Что это, Данил, будет? Подожди, так вот еще один. Вот туда последний ложи. Данил, что это будет за кабинет? Это будет кабинет 3D-принтеров. Я, честно, не знаю, что это кабинет будет. Ну, вот такой кабинет. Вот, тут, короче, принтеры каждый по 200 тысяч. Это факт. Вот, потом тут такая вот зона отдыха будет. Мы тут все собирали сами. Сейчас я обзор проведу. Тут будет коворкинг. Так, Даня, это что за кабинет оранжевый? Биология. Я сейчас скажу, у меня все написано в дизайн-проекте. Сейчас дизайн будет. Это хай-тек лаборатория, мы были в синем. Угу. Вот этот оранжевый кабинет физики. Это физика будет, так. Синенькая это... Так, Максим. Сливаете, да? Сливаете? Так, пожалуйста, без всяких вот тут мне. На блок мой. Так, это тоже интересный кабинет. Информатика. Информатика. Тут и стоит принтер за 1 000 000 рублей. И такой робот. Сколько он на него стоит? 500 тысяч? 300 тысяч. Ну, чуть подешевле. Дешево. Вот, Данил на него делал анбоксинг тоже. Покажи нас. Давай поставим по приколу и заедем к заучам. Они как раз перерыв. Они уже видели его. Не, это понятно. Мы посмотрим, что они делают. Дайте я попробую. Он слишком шустрый. А это что? Режим исследования. Давай, Максим, за тобой будешь исследовать. Ха-ха-ха, ничего не можешь делать. Мы завтра уезжаем в Сыктывкар. Надо вам сказать. Вы на конференцию или... Мы, вы, отдыхать. Галстучная страна.
Там, а, там тусить вообще, там тусичи будут одни. Иди со своим. Демонстративно показательный. Ты не из этой школы иди. Да, до свидания. Мы придем, когда приедем. Мы, короче, с Данилом все уже... Короче, я паспорт забыл. О, Данил едет. Я паспорт забыл, поэтому возвращались ко мне. И сейчас едем, короче, в Сбербанк. Данил очень злой, потому что он, оказывается, голодный. Вот поэтому так злобно смотрел на меня в школе. Ваше оправдание. Я ничего не слышу. Она, он ничего не слышит. За что меня правильно, да? Что вы агрессивны. Да, я агрессивный. Стою с золотым яблоком пакетиком. Немножко в поезд закупился. Сумочка моя, Шанель. Данил. Достал Данила расстегивать под дождем. Потому что надо. Надо заставлять людей иногда что-то делать для себя. В этом мире все не просто так. И чтобы все было хорошо у тебя, надо заставить людей что-то делать для себя же. Правильно? Вот, поэтому иногда приятно, что другие люди за тебя что-то делают. Садись давай. Знаете, такую грязную работу. Сейчас вымокнешь. Грязно, такая дёрти. Разбесился, да, тебя? Ну, кто-то вот, видите, кто-то... Иди, садись, сейчас промокнем нахрен. Стоит... Ой, деткуй, а то я промокну совсем. Стоит, кто-то стоит в ретиратор рукавом, а кто-то за золотым яблоком стоит. Ретиратор, что там? Мам, будешь какие-то? Удушить-то просто. Праздник. Разделим вам подарок. Дурси. Пацан, попрошу. Поишь. Не сомневаюсь. Мама, можно подушиться? Перед Сыктывкаром. Прикинь, красиво. Это все? Наверное, пробничек. Может, это, я думала, это патча? Немножко. Ну, пробничек. Мне кажется, пробничек. Это подарок. Угу. Я и подушусь. Да, для меня это пробник. Где? Все, я сегодня буду пахнуть в поезде Версачи. Мне тоже в пробник. Я не знаю, что это. Какой-то крем. А для чего? Ну, это как бы понятно. Ну, это не английский, что ли, какой-то? Прикинь, что не надо для косметики, что-то не на руку. Подожди, это серум Parfum New Skin Serum. Скин это кожа. Скин кожа, значит, для кожи. Есть нормально. Может, положить, короче, тоже тебе пришло? Еще? Ну, мать, молодец, она будущее смотрит. Это женский, а не честный? Интересно. Ну, ладно. Все, на этом все. А какой-то у нас распаковки версичь упала. У нас какой-то хороший анбоксинг. Вот такой вот у меня базар немножко. Вот так вот. Данил, вот тащи мусор, Данил. Как я вам говорил в прошлом кадре, надо заставлять иногда людей что-то делать. Не кидайтесь мусором. Там пеленка Несси. В общем, все. Он офигел. Мы смотрели сериал, сейчас я собрался, мы пожирали хорошо. Ну ладно, вафли поедем. Вот сейчас вот так вот едем к Данилу. И потом нам придет Максим, и мы втроем поедем такси. Прикинь, как это дешево будет. Перевод мне на карту. Перевод? Ну сразу там с Данилом определим. Так, все, выходите отсюда. Идите вон. Мы зашли в пятерку. Я взял для образа корзинку, типа я что-то буду набирать, хотя я все набрал. Данил там что-то собрался набирать жесткое. Что он возьмет? Давайте посмотрим. Ой. Надо поменять руку. Что такое? Воду хочешь? Нет, у меня оставалась еда после поезда. Я просто не знаю, куда я... Не помню, куда я положил пакет. Ты вроде выбросил. Ну, там оставалось спичек. Ну, ты выбросил это. Подожди, я вспомнил, я ел... А, я все съел дома, потом когда приехал. Да, поэтому я помню ничего это. Не осталось, поэтому я сейчас иду набирать все. Я просто чуть-чуть хочу схавать, у меня такое плохое настроение, знаете. Депрессивное такое. Ну, это, наверное, из-за погоды, я думаю. Вот. И мне надо что-то срочно скушать. Типа, знаете, молочный коктейль какой-то. Знаете, немножко улучшить настроение. Такой. Данил, топтышка. Какой? Топтышка? Ну, нет, ладно, я не хочу коктейль. У меня очень переменчивое настроение в последнее время. Вот. Да, Данил? Ой, хочешь макароны? Тут вообще что-то зайдет прям.
Отлично. Короче, включусь, когда Данил что-то наберет. Вот мы и накупились. Данил, проплачивать, да? Не хочешь СПБ? Нажми нет. По итогу чего накупили? Обзор вот на вот этот. Видите, пакет этот стоил 505 рублей. Матвей на пятерочке на 300. Я говорю вам, ребят, короче, у него пицца тут 80, а у меня у пятерочки 60. Махинации твои вот не надо. Ну, потому что, как сказал Данил, мы живем в этом же комплексе, точнее, этот район. Ну, видите? Ой, ничего не вы не видите, короче, поверьте на слово, мы в элитном ЖК комплексе. Кто же нам звонит? Кто? А какие гости? А чё, замерз? Данила, как дверь открывается у тебя? Тут нажми на кнопку. А, ключ. Вот это ключ? Да. Открою. Нет, зажми. А, зажать надо. Открылось? Вроде да. Сейчас на 5 минут. А ты открыл дверь? Нет. Подожди, вот открыть. Ты куда пошел-то? Бабарам, я твоя карма. Вот так мы собираемся. Так, сумка моя. Но это вновь. Так и выйдем в подъезд. Мираж, ты тоже влог сделаешь? Влог поездка в ВИП. Влог РДДМ. Нет, слушай, я столько всего плохого показал, ты мне влог РДМщика. Да уже ладно, чего уж там. Нади забитый. Ну, немножко. Евгения Александровна посмотрит, заценит. Да, Женька просто вау. Атас. У Данила 1 минута 43 секунды. Мы в таксишке. Максим, ваша реакция, только вас не видно. А тебя видно? Нас не видно, но поверьте, мы сидим. Вы верите, что мы здесь есть? Смотрим, свет загорелся. Да нет, он еще не идет. Все, мы сидим, вещи положили, все в телефоны. Мне, чтобы пообщаться. Вот и Настя, победительница по жизни. Туц-туц. А ты по барам в пьяном угаре. Что же ты, парень? С пакетиком магнита едешь? Это все. Это все? А менять одежду мыться? Я не буду менять одежду мыться. Ты надеешься на палатку все-таки? Опять не видно. Ну, тебя да пипец. Тебя видно немножко. Вот 30-й. Вот 30-й. Нам повезло. Закрылось от нас. Сначала влог. Мы будем пить чай. Путешествие начинается. Всем доброе утро. Настя налила себе чел. Вот у нее такое доброе лицо. Доброе утро, Настя. Доброе утро. Мы знаем, что оно взаимно. Так. Реально чаепитие. Это мы влог снимаем, бля. Для РДДМа там. Какую мы скинем потом. Пожалуйста. В общем, мы соскакиваем. Сейчас что-то пускай. Куда засунешь? Ты не видел, как он до этого спал? Причем у тебя по духам прям. Ну, прям по духам у тебя.
какой-то станции купили кофе под Корчевском. Конечно, подвоз. Конечно, подвоз. Называется. Настя, пойдешь с нами гулять? Мы поняли, да? Да. Там 32 минуты будет. По городу? 34. У нас полчаса. Да, забуду вас случайно. Мы еще посмотрим, кто кого забудет. Яйца. Ой, яблоко. Ну, у кого яйца? Вы заканебали со своими яйцами на яблоко. Ой, спасибо. Ты угощаешь? У кого яйца, у кого яблоко. Ой, спасибо. У меня как раз аллергия. Сопухну на твоей совести. Сдохнешь сразу. Слава Леониду Владимировичу. Слава Леониду Владимировичу. Слава Анатолию Чибизову. В общем, вот такого утра. Чуть слышно рельсы, звенят, звенят. Уехал рано утром, где-то горбишься в дороге одиноко. Уехал. Вот мы, этот, как его, в Франшивкаре. Вот Данил уже выходит. Тихо, супер, шиша, крыша едет не скрещая. Сыктывкар, вот. Нам говорят, позвонят. Позвонят. Кто позвонит? Неизвестно. Когда позвонит? Сказали, позвонят. Кому? Всем нам. Всем. Можно я для меня не немножечко? Ты такая недовольная. Радуйся, ты выбыл. Слезы накатываются. Ты рад? Я очень рад обосраться. В инструменте. Вот такая вот штуковина. Интересно, Данил, вы довольны? Чем? Пока ничем. Данил, как в лагере будем жить? Так пионерский. Максим, дай мне. Смотрите, там живут лайки. Это же... Данил, это же реально... Понимаешь, как называется пионерская зорька, и мы как в пионерском лагере будем жить, Данил. Это такая атмосфера. Ну, что-то он не очень доволен. Это карма, Данил. Я твоя кара, я твоя карма. Шмель кружит над головой. Курение запрещено. В общем, мы здесь ели все же. Елика. Там, конечно, ситуации были. В общем, первые жители, они ушли с ключами от нашего номера. И они единственные, которые существуют вообще тут. Поэтому не смогли их попасть. Поэтому мы ждали, когда они придут. Номер я покажу потом. Когда там будет хотя бы, может, народу мало. Либо я пораньше приду, покажу вам. Это казарма. Чисто на 12 человек, двухэтажными койками. Это даже не лагерь. В лагере даже лучше было. Понимаете, в Орленке было лучше. Там хоть кровати были человеческие. А тут... Вот. Ну, в принципе, нормально. Не сказали бы, что хорошо. Ну, видите, кому-то понравилось. Ну, главное, что первый этаж заняли кровать. Это уже гуд, я считаю. И розетки. Одна розетка, не знаю. Ладно, вот, сейчас Максим лежит, не встает, потому что он нарушил ногу. Мы идем его спасать. Чтобы его спасти. Ай, бляха, муха. Дверью сшибло. Вот видишь, меня так же. Ой, ёб твою мать. Короче, идем к этим вожатким нашим. Да, и дальше там какие-то люди до нас догоняют, поэтому мы побыстрее справимся. Вот такие тут корпуса классные, в которых мы не живем. Огромная площадь какая-то. Встанем как огромный, короче, круг. Круг и сансары, да, сделаем? Да, сегодня в 7. Вот, с ними отдыхаем в коме. Вот, в общем, посними еще там вид красивый. На деревню. Вот там находится деревня, в которую мы сходим как-нибудь ночью. Так, вот. Что я могу сказать? Первые впечатления не очень смешанные. Но, в принципе, реально, Данил прав, это неплохо. Потому что сначала было типа, ёб твою мать, где наш номер, и дайте полежать. Сейчас я полежал, мне стало лучше и комфортней. Вот. Поэтому как-то так, дети мои. Там они уже костер жгут, Данил. Походу, они там будут жрать всегда. А мы в элитной столовке.
Я об этом тоже один раз. Стрики там лужи. Какой номер, Данил? 22-й, Надежа. Данил, давай. Будь здорово. Ужасы. Это все? Аллергия. Второй кабинет. Ну ты тоже так деревянный. Знаешь, база отдыха реально. Мы к нашему сопровождающему. Так, вот к нашему сопровождающему. Оперативно собирайтесь, вам сейчас скажут. 2 часа вы идете к вам на экскурсию и немножко переиграли. Да. 2 часа? 15 минут. Ага. Блин, я не хочу тут. Там кто-то, может, на экскурсию ушел. Ну, я слышала, что там еще мужчина. Заходим в комнату. Максим, вы довольны? Я счастлив. Заходя в комнату, надо обязательно поклониться. Да, нет, конечно. Ну, мы и так кланяемся все равно. Что? Кланяемся почему? Потому что раньше проемы в двери были низкие. То есть непроизвольно получалось, что ты заходишь в дом и сразу кланяешься. Что-то одни столы. Есть, наверное. Баня бы вся. А, да? Так аккуратненько, потому что стены там черные. Кто знает, как работает баня по-черному? Да, надо держать обязательно. Тяжело, правда? Да. Да. Вот как раньше добывали хлеб. Это не купить в магазине. Не купить в магазине. Мы, в общем, идем в село Выб. Сколько километров от нас было? Сколько мы идем? 3 километра. 3 километра, да. Мы уже почти заходим. Мы уже заходим, это... Да, мы уже зашли. 700 метров до самого центра. Вот такая вот деревня Иб, точнее. Она же самая длинная в республике Коми, как ты сказал? Самая длинная, по-моему, даже не только в республике. Короче, по России. Во вселенной. Да, потому что, видите, вот там дома... Там деревня, вот там деревня. Это все Иб, вот там дальше Иб. Если что, это центральная площадь. Ну, ладно. Ты подъезды, я прям качаю. Короче, там были какие-то пацаны крутые с байком. Я хотел знать, что... Это тамада. Да, тамада. Вот такая песня. Вот. Я хотел у них спросить, типа, где мага, слушайте, пацаны. Они что-то забоялись. Как он пересказывать умеет? Матвей вообще... Вообще, он весь лоб вот такой вот. У него какой-то хэштег немножко перевернулся. Что? Нет. А-ля-ля-ля-ля. Это мире только мы одни. Вернусь туда больше. Тренда, да? Ялту. Почему? Странно, шурма купил за 200 рублей, там и все. И все, и траванулся. Ты вернешься, ты платишь всегда. К сожалению, не траванулся даже. Теперь пьяный по твоей вине.
Проклятый лютый холод по спине. Он просто не может себе не раствориться. Мальчик поплыл, мальчик попал. А как он стесняется. Да там человек потерял. А как он сгорел в лесах. Мальчик попал. Танцует, пока танцуется. Вы куда фоткаться-то здесь? Я поумнела или просто разлюбила. А ты по барам в пьяном угаре. Что же ты, парень, снова вспоминаешь о том, как мы гуляли по тротуару. Люди сейчас реально подумают. В общем, я не буду снимать себя, потому что нас не будет видно. Хотя, может, на 1x будет видно? Как думаешь? Будет на 1x. В общем, мы пофоткались ночью. Вот, сидим сейчас у костра. Мы его развели опять, когда все ушли. Когда все ушли, вот там кто-то в палатке, кто-то там в номера ушли, а мы также сидим и разводим костры тут. Чего не занимаемся? Чанга. Ребята. Ребята. Можно не даже не что, не прибежать, конечно, не прибежают. Легко и просто жить на нем, легко и просто плечами. Вот такое доброе утро у нас. Чаек вот стоит. Чашечки. Хлебушек. Кашка рисовая. Круассан. Не знаю, чем делать вообще. Что он сказал? Он взял, забрал мой поднос, начал накладывать. Я не знал, что это его поднос. Я уже, главное, яйцо положил, выбираю, что мне надо, поворачиваюсь, там уже наложено его. И он его забирает. Да, будь готов. Это бейдж, Данил, бейдж. Знаешь, такой бейдж? Вот такие вот у нас бейдж-участник. Потом нам выдали, господи, пионерские галстуки белые. Очень красный. Они такие, типа, мы подходим, а что с... мы спрашиваем, типа, а что с бейджиками? Они такие, вы первые были, да? Ну, держите. Я говорю, а можно еще третий? А, у вас же третий еще мальчик. На. Настя загородилась. Данил очень внимательно слушает, потому что это ему нужно. Ухта лучше! Мы снова идем в УИП, теперь с нами новая девчонка. Сейчас будет жара. Жара будет, короче. Вот, сейчас мы и покажем ИП деревню. Может, себе какой-нибудь другой найдешь. Yeah.
моря мой, да моря Марья мой, Марья мой, да Марья мой. Просто дети! Просто дети! Мы в движении! Мы в движении! Всегда в движении! Давай. Ужас какой. Ну, в общем, последняя ночь выбьем. Да, последняя night. У нас осталось очень мало соседей, все разъехались. По итогу все были какие-то... Все были какие-то, ну, такие. Вот, мы ни с кем, в общем-то, не подружились. Вот, все какие-то негативные, какие-то все... Да, блядь, Данил! Чё, крякать будешь, всё? Какой Матвей двуличный. Я ошиблился. В общем, у нас все соседи съехали. У нас осталось 5 мальчиков в нашей комнате. Бляха-муха. Я нашел ножик. О, решим. Посмотрите, какой он, блядь. Это весь нож. Он меня спрашивает, такой маленький, ну пойдет? Я говорю, да пойдет, но он не достал еще. Потом достает. У вас нет ножа? Ножа нет, есть мука. Нам дали только вот этот. А зачем обрезать? Резать колбаску. Людей. Там, в общем, осталось 5 мальчиков. Кстати. А у тебя не нет. Сейчас будем кипятить. Да. Спасибо большое. Счастья, здоровья. Ой, дайте мне же продолжить. В общем, в нашей комнате осталось... Не могу. В общем, в нашей комнате осталось 5 человек. Тили-тили-бом! Знаешь, уже какую погодку лучше сказать, что у нас в комнате осталось 5 человек. Подходит за окном. Давай имена наши выковырем. В общем, вы занимаетесь, да? В общем, в нашей комнате осталось 5 человек. А, все потому что съехали, в общем, мы ни с кем не подружились, все какие-то не нога... Никому не хотите. Да. Никому, короче. Ты чё натворил? Да. Драный джин. Подожди, под это надпись подходит вот так. Да тихо, давай, Матвей, ну-ка, давай, и... Вот, поэтому... Ладно, подождем пока чайник. Давай переход, ручка, переход, давай. Нет, я продолжу все равно. В общем, поэтому мы сегодня закупились выбьедой, и сейчас мы проведем... Выбьеду! Выбьеда! Я представляю уже, сколько пиков будет сейчас. Поэтому мы сейчас поедим, пойдем спать. А завтра мы отправимся в Сыктывкар, и мой влог продолжится. Визнаю, питаюль, бэтмасэне, марья-моль, марья-моль, да марья-моль.
heads, babe. That simple moment, babe. But you. Мы едем домой. Точнее, сейчас Владимир посмотрит. Пару гулять на голову. Да, там хрень. Точно посмотреть? Да, да, мы с Максимом начинаем. Нет. Может, мультик какой-то есть? Сыктывкар. Настенька болтает с мужиком. Настя агроном. Настя что агроном. Что ты жалуешься на нас? Жалобная книга пойдёте. Ну отойдите нафиг. Ну хорошо, спасибо. Тупые просто. Оскорбляешь нас. Я между прочим тоже. Вот. Кого ты? Прямая трансляция Леонид Владимирович. Леонид. Здравствуйте, Леонид Владимирович. В общем, мы приехали в Сыктывкар. Сейчас поедем Макса кутить. Да, Данил? Ой, стен только часа. А куда мы на вокзал идем? Я не понял. А вещи ты с вещами Фукси будешь. Конечно! Ходить. Фуксия моя, дорогая моя. Фуксия моя. Нет, у меня там еще никто не знает. Мы зашли в Макси. Мне не продали книжку 18+. Вы в шоке? Нет. Поэтому ждем Настю, чтобы она мне купила. Пока выпиваем. Данил, без напитков. Пойдем в кафетерий, пусть он купит там кофе. Сонь, ты скинь потом это. Сонь, привет. Напиши. Фотосессия на вилле или в лесополосе. Я такая вся на стене, чтобы ах. Фотосессия на вилле или в лесополосе. У тебя уже вон пенка пузырями покрывается. Ты будешь долго ее ждать? Кстати, я хотела сфоткать. Она у тебя быстрее на пузыре. Тут же самое. А, да? Я сфоткала. Мы зашли в К5. Мы кушать. Вот. Я заказал траву какую-то непонятную. Данил, что ты заказал? Это есть, да. Это мята, яблоко, лимонад. Ага, вот. А Настя заказала огромный лак. Вот такой пьёшь, что ты говоришь, да? А я хочу её чёрт. Вот, что за что мы купили... Сейчас, подожди, стой. А то, что мы купили буквы едем. Подожди, а Матвей, чё у вас? Я хотел купить книгу, но её, как ты сказал, не продали. Что? Не спаси. Он так смешно смотрит. Я не привыкла к блогерам. Анастасия. Поснимай меня. Что? Ваше здоровье. Да подожди, дай сфоткну, да и попьёшь. В общем, вот эту книжку мне не будет продать, потому что тут есть 18+. Вот, но благодаря паспорту Насти мне его продали. Точнее, она мне его купила. На мои же деньги. Вот, дальше мы купили. Спасибо. Подарок. Вафли на шоколадном тесте. Боже. Потом мы купили, а ты думаешь, что я не Владимировичу. Вот, одна строение. Мы же все можем в Макдак зайти. Настя, еще жду деньги. Вот такой Сыктывкар у нас. Деревня. Большая деревня просто. Вот, мы пообедали. Вы такие довольные. Вы довольны? Да. Мы видели Наташу. О. Так это одна и та же с двух сторон. Тут Анна Асти выступала. По барам в пьяном угаре. Умру. Между нами ты, слезы и горящий мост. Со мной так сложно было. Но и ты, пацан, не прол. Мне очень жалко твою новую девчонку. Я не ревную, я же отпустила. Посмотришь, что не знаешь. Наши лайки закрутились. А где Матвей? Да.
зима. Едем домой. Сейчас не сели в поезд. Смотри. Это просто... Почему? Здесь сложно фотошопить. Ой. Едем домой. Завтра в 3 утра будем в Ухте. И я поеду сразу с Данилом. Я поеду к нему. Посплю у него. Потом, потому что завтра утром надо бежать в 10-ю школу и снимать кванториум. Поэтому как-то так. Пойдем, Максим. Пойдем к Данилу в вагон.